все обработано антисептиком и обвязка будет обрабатываться тузбас-лаком. Там, где нужно, сверху она уже обработана. Вот, как мы видим. Черный – это кузбас-лак. Он защитит нашу обвязку на долгое время. Навсегда, практически. Так. Вот. Все в порядке. Ваня старался, отдирал кору, все покрывал кузбас-лаком. Вот, все четко. В общем, вот такая вот у нас нижняя обвязка. Thank you.